Возвращаемся в студию новостей и продолжаем коротким информационным обзором. В парке Сестрорецкий в выходные звучал ретро-джаз. Клинчан порадовал ансамбль под руководством Александра Бухаринского из новощаповского клуба «Спутник». Репертуар программы получился очень насыщенный популярными хитами в исполнении солистки Марии Белоусовой. Ностальгия о старом городе. В свет вышла новая книга «При дороге» клинского журналиста Юрия Гудкова. На ее страницах автор раскрывает истоки старого города и его туристический интерес. Книга выпущена ограниченным тиражом и находится в фондах Центральной библиотеки. Хорошо рисуете? Принимайте участие в конкурсе на лучший талисман сельскохозяйственной переписи. Это должно быть графическое изображение реального существа или вымышленного персонажа, символически связанного с переписью. Работы принимаются до 26 августа. Подробнее на сайте «Комсомольской правды» в разделе «Конкурсы», а также в социальных сетях. Два лучших рисунка получат денежный приз.